девчонки и мальчишки, привет! Вчера было прекрасно на Поклонной горе в Москве. Я думаю, что все видели прямой эфир на канале MTV, Европа плюс ТВ, музыкальный фестиваль, лучшие хиты лета. И официально спешу вам сообщить, что Митя Фомин и его коллектив сегодняшнего дня уходят на каникулы до 11 августа. Все мы разлетаемся по разным городам и странам. Мы прекрасно завершили эту полугодие с хорошими результатами, с музыкальными результатами, результатами практическими. Впереди нас очень много ждет свершений. Впереди у нас, наверное, выпуск нового альбома. Приоткрою вам маленький секрет. Вернее, большой секрет маленькой-маленькой компании. Впереди у нас выпуск нового видеоклипа. Это дуэт Кристины Орсы. Впереди у нас очень много свершений. И все мы будем вместе очень-очень долго. Во всяком случае, до конца этого года так точно. И хочу вам показать интерьеры ресторана «Но», в котором мы очень часто обедаем, ужинаем, проводим наши встречи. Расскажите, где отдыхать будете? Завтра вечером я улетаю в австрийские Альпы погреться, полежать у пресноводного озера Вертерзе, рядом с городом Фельден, поэтому можете посмотреть в интернете и позавидовать меня. Потом прилетаю в субботу и улетаю на испанский остров Ибицу вместе с Татьяной Терешиной, где нас ждут невероятные приключения. Я поздравляю вас с наступлением еще одного летнего месяца августа. И отдыхайте, будьте счастливы, все будет хорошо.